Сегодня в сквере «Юность» среди учеников 4-х классов городских школ прошла военно-спортивная игра «Зорничка». В ней приняли участие 9 школ Волгодонска. Ребята долго готовились к этим соревнованиям, и сегодня им представилась возможность продемонстрировать свои знания и умения. Затем, какие препятствия школьникам пришлось преодолевать на пути к заветному финишу, расскажет Анастасия Дубас. Командиры строят свои отряды ровной шеренгой и вместе приветствуют друг друга громкими речевками. Ребята полны боевого духа и не сомневаются в своей победе. Наша команда! Молния! Наш девиз! Мы быстрые, как молния, привыкли побеждать! И в этот раз попробуем во всех переиграть! Получив нехитрые инструкции, узнав все правила предстоящего состязания, команды расходятся по станциям, где их уже ждут задания. Логика и мышление, проверка знаний истории, лабиринты, жуткая паутина. Такие испытания ждали сегодня участников военно-спортивной игры «Зорничка». Дети с азартом, горящими глазами, наперебой друг другу выкрикивали ответы на вопросы. Время ограничено. Борьба с каждой секундой становится все напряженнее. Наша команда «Ночной дозор». Ну, я думаю, мы победим, потому что мы такие дружные все. У нас девиз «Спите спокойно, мамы и папы, спите спокойно, сестры и братья, мы пограничники, мы на посту, мы не позволим прорваться врагу, учиться на пять, трудиться на пять, родную границу на пять охранять». Эти соревнования организовал подростковый клуб «МИФ». Целью их является создание условий, способствующих патриотическому воспитанию, а также развитие физических и интеллектуальных способностей подрастающего поколения. Анастасия Дубас, Сергей Овчаренко, новости ВТВ.